Многие пенсионеры режим самоизоляции соблюдают исправно. Призывают следовать этому и других, например, Ирина Кузикова, жительница Югры, где ограничения ввели раньше, чем на юге Тюменской области, не выходит из дома даже за самым важным продуктом – хлебом. В своем видеообращении она рассказала, как справляется с этой ситуацией. Привет, Тюменская область. Совет тем, кому за 65, мы соблюдаем. Наша семья уже 6-й день находится дома. И я хочу сказать, что это не скука и не тоска, а душевное тепло и семейный уют. У нас нет необходимости ходить в магазин даже за хлебом. Вкусную ароматную выпечку я готовлю сама. Поверьте, это несложно. Продукты для этого нужны самые обычные. Но не забывайте, что самый главный ингредиент – это ваше хорошее настроение. Хорошо, если мы эти дни будем оставаться дома. Всем душевного тепла. Общайтесь с родными и близкими дома.